Всем привет, меня зовут Данил, и это перевод интервью Young Lean'а с Кервином Фростом. Надеюсь, вам понравится это видео. Также, если вы хотите меня поддержать, то реквизиты будут указаны под видео. Приятного просмотра. Эй, я Кервин Фрост, и в этом эпизоде Кервин Фрост Толк мы поговорим с самым интересным человеком в мире, Young Lean'ом. Как ты? Я в порядке, мэн, все окей. Работаю, много работы. Вижу. Как сам? Я тоже нормально, тоже работаю. Тут красиво, прекрасная комната. Недавно переехал сюда. Я в курсе. Когда ты был первый раз в Нью-Йорке? Я был ребенком с папой и мамой. А потом, когда мне было 17, мы приехали сюда. Я, Блейд, Шерман, Гуд, Амелио, менеджер и Бэрон, земля им пухом. Мы приехали сюда и просто творили всякое дерьмо. Мы были в Webster Hall с God Money и другими ребятами. Как ты начал свою деятельность? Ведь это было сумасшедшее время. Просто мы этим занимались. Когда я был в 9 классе, мы запустили Sad Boys и начали работать с Gravity Boys, сейчас Drain Gang. Мы просто это делали, садились вокруг компьютера, накуривались и делали песни. Как появились Sad Boys? Как это было? Все в интернете ошибаются, думая, что мы назывались Hash Boys. Когда я был в 9-м, моя подруга Лайне спала с Акселем, Янг Шерманом. Она постоянно говорила: «Йоу, вы с Шерманом должны встретиться, у вас похожие вкусы», и все такое. А Шерман тогда был довольно популярен, но в узких кругах. Потом мы стали реально хорошими друзьями. Мы познакомились с Микки, Янг Гудом. Из наших небольших групп получилась одна большая. И мы слушали эту музыку, ну и другую тоже, конечно. Мы делали биты, писали разную музыку. То есть, когда вы начинали, Space Ghost Perp уже был популярен. Я узнал о нем где-то в 9 классе, просто лазил по Ютубу. Кого чаще всего тебе рекомендовало? Это мог быть кто угодно. Да, нам нравились разные артисты. Metro, Zoo, Lofty. Я помню, мы встретились с парнями из Gold Cocktail Gang. Янг Шерман сказал: «А это Young Lean Doer». Я убрал Doer и осталось просто Young Lean. Это моя фамилия на пальцах. Мы именно такого и хотели. Там были чуваки, которые говорили: «Да, я знаю Space Ghost Purp, да, я знаю Lofty и все такое». Этот тип музыки как местная достопримечательность. Как, например, Клэм Казино. Metro Zoo был крут, потому что делал сумасшедшую музыку. Жесткий чувак. Да, он был псих. Типа, мы же культурные дети среднего класса. Стокгольм и все такое. Шикарный город. И мы не парни с района. В этом есть смысл, потому что другие парни делали искусство, употребляли кислоту. Они делали то, что мы хотели делать. Так что мы собрались в подвале моих родителей, ставили компьютеры и просто были в своем собственном мире. Yeah.
Но это все еще было из моей головы, взгляд с другой перспективы. Поэтому мы звучали по-другому. Мы не думали, что это странно. И когда ты кидаешь это в разные блоги, разным артистам, кому-то заходит, кто-то называл это очень странным. Что зашло первым? Grey Goose и Ginseng Strip. Я постил разные на свой YouTube и SoundCloud, типа Oreo Milkshake и другие песни, и они заходили. Это было странное дерьмо. Для нас это не было необычным, для нас это было нормально. Это было как подземелье, подвал, и ты в этом всем. Иногда кто-то смеялся над тобой, когда ты записываешься, и типа это свободный мир. Круто, что ты поднялся вот так, особенно в наше время, когда есть доступ к информации, и у всех есть инструменты, чтобы добиться чего-то. Да, мы не знали об этом. Когда я рос, мой отец давал мне послушать Lil-Matic от нас и прочее. Я не знал, что это такое. Ты, наверное, тоже. Самое классное, что мы тогда знали меньше о музыке и могли взять понравившуюся нам музыку и сделать что-то похожее, но через свой собственный взгляд. И вы тогда делали это всерьез, не в шутку. Вы создали собственный жанр. Да, так и делается хорошая музыка. Как, например, белые парни, которые вдохновились африканской музыкой, но пропустили ее через свой разум, и получилось что-то совсем другое. Так это работает. Хорошая музыка так и получается. Ничего не приходит из вакуума. Мне нравится Soulja Boy, но он хочет, чтобы все было на своих местах. Он не может по-другому. Вдохновение как корни у дерева. Особенно это касается корейской музыки. Но это и прекрасно, потому что если ты посмотришь на BTS, они все делают по формуле, чтобы понравиться другим. Это формула зарабатывания денег. Это не музыка, не креатив, а выкачка денег, как фабрика. Это хорошо, что у всех нас есть способы, чтобы выразить себя. Потому что раньше тебе нужна была студия, нужны были определенные люди. И тогда вон тот странный ребенок из школы не мог стать суперзвездой. Я помню, как впервые послушал Ginseng Strip. Почему он так назывался? Это был Young Good. Так назывался луп сэмпла, и мы хотели что-то с цифрой 2002, и типа стриптиз, что-то про Ти. Не знаю, у нас были просто свободные ассоциации. Вы снимали разные видео, как это было? Это было каждый вторник после школы. У меня был и есть друг. Он клёвый чувак, диджей Феррари. Он снимал BMX видео. И я такой, пошли снимать видео, у тебя же есть камера. Ну и мы просто ходили по всем этим местам. Помню, Эко такой, вот, тут давай снимемся. Туда-сюда ходили. Мы все хотели посниматься, мы были голодны. Типа сначала снимались Эко и Шерман, потом я и Эмерик, потом Влейд, ну и так далее. Все мы хотели этим заниматься. Какая была реакция у твоих родителей? Моя мама в меня не очень верила. Ну, она верила в меня, но она не верила в то, чем я занимаюсь. Вы ругались? Нет, я не хотел этого. Был довольно скромный. Но потом, я помню, как мы пошли в индийский ресторан. Я, моя мама и сестра. Я сказал, что у меня будет расписанное шоу. Это было мое первое шоу в Готенбурге. Мама сказала, нет, ты не будешь выступать. Я сказал, я буду, мам. Я сказал, вот, посмотри. Она сказала, нет, не поверю, пока не увижу. Потом я позвонил Амелио. И дал маме телефон, и она сказала, типа, окей, делай, что хочешь. Она пришла? Нет, она не пошла. Но потом была на многих моих шоу. Не знаю, это прекрасно. Теперь ей это нравится. Я видел ее в Spotify, и у нее почти все мои песни там. Я ничего не сказал, просто такой, типа, ух. Да, ты не хотел показаться странным.
Да, но знаешь, поначалу я вообще не хотел показывать музыку кому-то, кроме своих друзей, ну и каких-то людей вокруг. Какая у тебя была энергия, когда ты приехал в Нью-Йорк? Ведь это были совсем другие люди, не из дома как бы. Мы сделали один тур перед Marvel туром, это было в Европе, мы отрывались по полной. Но разумом мы уже были в Америке. Мы хотели туда поехать. У нас было вдохновение. Мы были там как пришельцы, типа, а что это? А что это делает? Да, понимаю. Все вокруг тебя стоят, и ты выступаешь на этом подиуме. Да, ты был там? Не, я не смог попасть. Сколько тебе было тогда? Мне было где-то 16 или 17. Это где-то в 415 году, но я не помню. Ты старше меня на год где-то? Да, на год. Я сам не мог попасть на собственное шоу. Об этом даже шутили в Швеции, была новость в газете. У меня были маленькие ножки, как у карлика, и типа «Привет, я Ян Глин», типа комиксы. Я видел видео про это. Да, хорошее видео. Я был там, но я не был внутри. Ты был духовно. Я чувствовал тебя в Нью-Йорке. Ты типа такой через окно. Я тут, привет. Через 8 лет мы будем друзьями. А теперь только посмотри на нас. Большие следы. Было так много энергии, прошло много лет, я до сих пор не могу забыть. И это не типа, о, куча наркотиков и вечеринок. Это странный образ жизни. Люди приходят и уходят. Это прекрасные, хорошие люди. У меня великолепные фанаты, и на них круто смотреть. Они всегда чем-то удивляют. Особенно парни. Когда ты закончил Unknown Death, у тебя было Gishang Strip и Heart. Это прямо топ-2. Да, это были хиты. Gatorade еще, Oreo Milkshake. Как ты сделал такой альбом? Ты уместил такие разные звучания в одно. Да, именно, мне было 16. Мне исполнилось 17, и я релизнул его. Я все еще учился в школе, был в 10 классе, прежде чем бросил учебу через год. В конце 10-го где-то. Я бросил учебу в начале 11 класса, да? Да, я тоже. О, отлично. И посмотри на нас теперь. И эти песни мы сделали в квартире White Armor, потому что он первый, у кого появилось собственное жилье. Мы все там были. Я брал свой микрофон, Гуд брал то, что мы сделали в нашем подвале. В моей голове это все делало смысл. Типа лоу-фай, атмосфера, воздушные биты Шермана. Мне реально нужно было как-то проявить себя. Я помню все эти странные штуки. У меня бывают всякие необычные воспоминания. Помню, как мы были на пляже в семейном отпуске. И я пишу на телефоне Unknown Death, Unknown Memory. Просто в блокноте. И я так и назвал альбомы. И ниже я еще написал White Marble, Black Marble. Мне очень нравятся контрасты. Это не что-то глубокое, просто слова. И у вас появился мерч от Мишки. Да, Мишка один из первых, кто начал с нами что-то делать. Я не знаю, что потом случилось с Мишкой, но он реально очень помог нам в самом начале. Сейчас он ушел уже.
С его помощью мы выпустили Ankh Now Dev. Да, мы записывали с помощью лейбла Eyeball. Но это была такая культура. Он выпускал очень много записей, да. Вот почему я хотел быть там. У него было много разного для лейбла Eyeball. Да, точно. И для Eyeballs, и Bandcamp, и SoundCloud. Это странно, знаешь. Люди называют Lil Pump и подобных SoundCloud-ными рэперами. Для меня Cloud-рэперы это что-то из 2030-го. Эти дети больше следуют Ютубу, трекам типа D-Rose. Мы именно про это и говорим. Когда ты взлетал на SoundCloud, ты сначала выкладывался там, потом что-то на Bandcamp. Прямо как LinkedIn. Типа, SoundCloud был крутой, но это просто Tinder. Ты мог найти сумасшедшие биты, ты мог найти любых продюсеров. Это здорово. Да, мы были настоящие SoundCloud и YouTube задроты. Ты мог найти все, что угодно, но было слишком много. Да, я удалил это приложение, у меня его нет. Я предпочитаю YouTube перед всем остальным на данный момент. Ты можешь найти там все. Как тебе удалось остаться так близко со своей командой? Мы прошли через сумасшедшее дерьмо. Знаешь, когда ты растешь, думаешь, что вся эта куча людей, с которыми ты познакомился, по-настоящему остаются твоими друзьями. И мы хотели так же. Но потом ты понимаешь, что, может, они и не были твоими друзьями, но у нас не так. Мы семья. Даже если мы не снимаемся вместе, но мы тусуемся вместе. Гуд жил в доме отца Шермана, ну, типа того, знаешь. Мы тусовались друг с другом каждый день. С камерой и без разницы. Знаешь, это как травматический эффект из сериала Lost. Когда вы собираетесь вместе, вы все чувствуете то же самое. У нас есть подобная связь, потому что мы прошли через многое. Да, и к другим ты тоже относишься хорошо. Мы реально прошли дерьмо. Если отношения реально выстроены, а не просто ради денег, то это до конца. Да, это факт. Так ты реально сделал этот GameCube? Не, я не делал его. Это Nintendo 64 с HDMI адаптером. Крутая вещь. А что ты сделал? Я сделал это шоу. С ума сойти, чувак. Ты сам тут все оборудовал? Ты сам сделал кресло? Своими собственными руками. Ты начинаешь привлекать внимание, да? Люди раньше не знали Линдуэра. Да. Где-то в 2012-2013. Что было тогда в твоей голове? Это сработало? Ну да, типа того, жестко было. Я не знаю, что мне было в голове, типа, вау, почему люди слушают нашу музыку? Самый твой первый трек с Крайшон. Да, благодаря ему я и начал. Но мы делали треки вообще со всеми. Я делал треки с Крайшоном, Беллоутом, Лоухти, со многими, где-то 8 лет назад. Это снюс. Жевательный табак? Не, снюс. Это шведский табак, если ты не куришь. Деревенская тема. Неплохо пахнет. Хочешь? Как чайный пакетик. Да, надо под губу закинуть. Это как 3-5 сигареты примерно. Не, надо дальше засунуть. Да, да.
Должно быть комфортно, чтобы не падало. Ощущение, что упадет. Окей, тогда еще дальше. Можешь помогать языком. Это как пакетик какой-то? Да, как чайный пакетик. Они с каннабидиолом. Да, это просто табак. Для больших ребят. Просто скажи мне, когда захочешь вытащить. Каждый раз, когда я хотел делать с кем-то коллаб... Да, вытаскивай. Блин, вкус потом не очень. Да не, нормально, как китайский чайный пакетик. Попей водички, братан. Так ты говорил, что хотел сделать коллаб со многими людьми. Точно, так и говорил, а потом просто забил. Записал трек с Трэвисом Скоттом. Ах, да, я тогда облажался. Я тогда делал вообще другой коллаб. Как это было? Ему нравилась моя музыка. Он мне позвонил. Знаешь, что самое безумное в этом треке? Что? У тебя в тексте? Я делаю дела только с Лином, только про себя. Ты там читаешь так, будто бы ты не собирался делать коллаб. Да, мне нужно было время, чтобы это понять. Так что ты имеешь в виду? Ну, у него тогда было несколько сотен подписчиков. Даже, может, в то время у меня было больше. Но теперь он один из великих исполнителей в мире. Зато я теперь у Кервина Фроста. Да, братан. А он нет. Да, ну и он поднялся. В то же время он дропает Upper Echelon, Mamacita с Rich Homie Quan. Не, Mamacita он дропнул потом, потому что я уже знал про Тхага. Слышал его трек I Came From Nothing. Rich Homie Quan реально крутой исполнитель. Люблю этого парня. И да, мы с Трэвисом сделали эту песню. Он сотрудничал и потом поднялся сильно. Потом я его встретил, когда Джастин Бибер был в моем поп-ап-шопе в Лос-Анджелесе. В твоем где? Да, ты не помнишь то фото? Я с Джастином Бибером. Сейчас покажу. Это было по-настоящему. Это даже было в шведских новостях. Они писали обо мне как о больном раком ребенке. Типа, о, Джонтону выпал шанс познакомиться с Джастином Бибером. Не, нифига. Это он ко мне пришел. Это Трэвис сзади? Не, это Кен Гроссерис из Got Money. Темный король. Так он просто пришел в твой поп-ап-шоп? Зачем? Он такой, я просто хочу встретиться с Лидом. И свалить нахрен. От него хорошо пахло. Ванилью и деньгами. И у него были охранники, они говорили, только никаких косяков на фото, никакой наркоты. А они все у него, типа, да, да, он такой, дайте мои косяки. Да, потом пришел Трэвис, и мы немного поболтали. Он тогда закончил записывать свою часть для Ghost Town. Потом, я не знаю, это было в 2014-м, прошло много лет. Но тогда меня заботил только Лин. Да, потом через какое-то время я понял, что главное это моя команда. Да, точняк. Не, мне нравятся коллаборации, но не так много.
Некоторые рэперы реально независимы, когда только начинают. Ты смотришь на них и такой типа, вау, офигеть. Как, например, 21 Savage, до того, как он сделал Savage Mode. Slazer Tape, Slazer King. И потом все начинают друг с другом записываться, и все становится одинаковым. Я чувствовал, что со мной происходит что-то такое же. Я должен питаться своей энергией. Я имею в виду, что когда твоя энергия скрыта, когда ты можешь делать коллабы, тогда это получается интересно. Это не просто знакомство с кем-то. Должна быть подлинная энергия. Некоторые чуваки очень странные. Чё? Ничего. Ты тогда курил травку? Да. Я курил много травки, но потом перестал, и это круто. Мы говорили об этом. Это хорошо для головы. Я ненавижу это. Ненавидишь и сейчас? Ну, я иногда думаю о том, чтобы скрутить себе. Просто, чтобы лучше спалось. Я делаю так, когда в комнате курят. Не, мне вообще неприятно. Ну, я такой... Ух... Да не, мне тоже не очень. Перед тем, как войти в комнату, я беру пластиковый пакет. А, чтобы задушить всех? Не, я набираю в него свежий воздух и сижу душу им, пока все курят косяки. Как давно ты живешь в Нью-Йорке? Да всегда. Крутяк. Что у тебя было в школе? Да как-то, как у всех, у меня не было с кем поговорить особо. Так что я без друзей рос. Я часто менял школу, где-то раз в 7. Да, я тоже. Мои родители часто переезжали, тогда я понял, что мне нравится оставаться с Джонатаном. Все эти новые дети, которых я встречал, вообще без разницы. Ты ищешь свой собственный путь. Но потом я понимаю, что у тебя есть все это дерьмо в голове, и ты не можешь никому об этом рассказать. Потому что никто не может понять. Ты можешь держаться на отдельном уровне, но ты не можешь держаться на другом. Типа ты хочешь быть на этом уровне, но должен быть на другом. И у тебя нет выбора. У тебя, наверное, есть друзья и моложе, и старше тебя. Да, у меня всегда были друзья. Моим лучшим друзьям было по 18-19 лет. Ты знаешь много разного, очень весело. Мне очень нравилось граффити, когда я был ребенком. Рисовал раньше. Тебе нравится исследовать? Да, мне нравится это. В Стокгольме мы любили этим заниматься, называли это Urban Exploring. УЭ. Когда ты спускаешься в старое метро или старые туннели с фонариком и ищешь разное. Старое и заброшенное. Развлечение для городских мальчиков. Ты же тоже городской парень? Да, я тоже. Я думаю, расти в городе намного веселей. Многое узнаешь. Да, верно, у тебя больше опций. Некоторые люди вообще не выходят из своих окраин. А тут можно выйти и посмотреть разное. Может, тогда и лучше быть одному, меньше чужого влияния. Да, мне кажется, что если тебе это не нужно в молодость, то может понадобиться, когда станешь старше. Это даже про колледж скорее. Да, именно. Это мои странные годы. Потому что это более реально. Это же не школа. Иди сам разбирайся. Да, правда. Мне не нравится то, что все приходится объяснять людям. Я будто бы постоянно обманываю. И что ты делаешь с этим? У меня нет никакой работы. Как мои учителя говорили. А, ты уходишь, потому что у тебя есть работа? Где ты работал? В Макдональдсе, но очень недолго. Это была моя отговорка, чтобы уйти и делать музыку. Я устроился на работу ради этого. Я всегда врал и говорил, что работаю для журнала. Но я не работал. Ну да, это жизнь типа.
Ты не можешь сказать, что ты делаешь музыку, пока у тебя нет того, что можно показать. Ты не хочешь продавать это без каких-то претензий, типа, «О, я следую своей мечте» и все такое. Да, многие люди так и думают. Теперь каждый находит свою мечту, все открыто. Все делают музыку и одежду. О, смотрите, я делаю музыку и одежду. Как насчет того, чтобы делать не только разговоры? Как насчет того, чтобы сделать какой-то смысл? Ты ничего не делаешь. Но знаешь, когда я был молодым, мы смеялись над тем, что кто-то делает рэп. Он думает, что он делает рэп, но он делает плохо. А теперь все, кому 14-15, хотят делать рэп. И когда я был ребенком, я тоже читал в классе четвертом. У меня была песня, и все люди смеялись над этим. Но теперь все хотят быть рэперами вообще. Или фотографами и так далее. Никто не хочет быть обычным. Сейчас это очень редко. Это самое честное, кем ты можешь быть. Но это очень сложно быть обычным, когда ты стараешься быть 1%. Я не знаю, что будет через 20-30 лет. Какое будет влияние. Инстаграм будет обычной работой, наверное. Да уже так. В натуре. О чем думаешь? Про альбом Frost God. Он тебе нравится? Ты назвал его в честь меня? Ну, конечно. Да не, я просто смотрел на небо и думал, что мне нужно. И я увидел огромное облако с ледяным лицом, как бог, смотрящий вниз. И так и назвал. Что с тобой происходило, когда ты делал Frost God? Да ничего такого. Он был примерно такой же, как Unknown Death. Смесь всего. Я был в туре в 2016-м, делал много песен, и мне просто хотелось что-то выпустить. Мы тогда сделали Sailor Moon. Да, мне тоже нравится эта песня. И эта песня стала очень популярна прямо из ниоткуда. Я думал, что она обычная. Я дал ее послушать Блейду, и он сказал, «Не, она очень крутая». И я ему предложил сделать фит. Мы его сделали. Мы делали видео для другой песни, но потом я отослал эту песню Лео Сибони, кто сделал Hoover, Friday 13, Sailor Moon, Stranger. И он сказал, что мы должны сделать это видео для Sailor Moon. Да, мне тоже нравится это видео. Ты ходишь в ночные клубы? Да не, сейчас не особо, они какие-то странные. В 14 лет часто пробирался туда. Тогда это было круто. Еще круче в 18, когда можно покупать алкоголь. Потом не знаю. Мне захотелось оставаться дома, делать музыку, рисовать. Делать что-то свое. Ты танцевал, когда ходил в клуб? Да, у себя в голове. Это жестко, когда ходишь туда, но не можешь танцевать. Ага. Я выхожу на улицу иногда. Но нужно иметь хорошее настроение для этого. Я больше не хожу в клубы по выходным. Мы все растем. Вырастаем. Реально. Frost God реально был бенгером. У тебя был трек с Адамоном, да? Да, Кэшин. Мы сделали его в автобусном туре. Как вы встретились? С Адамоном? Да. Он тогда сделал трек Y3. Мы встретились с ним в Чикаго. Блейд нашел его на Ютубе. Нам нужно было открывающий в туре по США,
И мы попросили Адама. Он ездил с нами по Европе. Вы сразу поладили, как давно потерянные братья. Да, да. Мы были в доме его бабушки на День Благодарения, и он остался со мной в Стокгольме. Мы делали музыку. Я давно его не видел. Ты помнишь, как делал Хувер? Песню? Да. Мы хотели сделать песню в стиле Корн или Слипкнот. Я и Гуд. А что за звук сигнала в начале? Это какая-то сигнализация в Чикаго. Я думаю, Гуд просто нашел это где-то в интернете и засунул туда. Мне кажется, эта песня звучит реально по-злому. Когда ты создавал Warlord, ты хотел сделать такое же? Да не, Warlord был другой. Типа... Так, сейчас мы собираемся делать альбом. Такой же, как Unknown Memory. Мне было тогда 17, когда я сделал Unknown Memory. А в 18 я сделал Warlord. Ого, получается, они были прямо друг за другом? Да, просто тогда я делал много всего разного. Очень много работал и забыл про это. У меня был мой панк-проект Dodmark. В Warlord Шерман сделал все биты, а я сидел рядом с инженером в Майами, с Гудом и Вайт Армором. Что заставило тебя поехать в Майами? Просто было удобно, там была квартира. Наш старый менеджер умер, но остались контакты, а это имеет значение для студии. Там было очень тепло, а мы из довольно холодного места. И мы просто сфокусировались на этом альбоме и делали его. А потом мы вернулись в Стокгольм с Гудом и Вайт Армором, чтобы все исправить. А когда он ушел? Он ушел от нас, когда мы заканчивали запись Warlord. Тебе из-за этого сложно слушать этот альбом? Нет, благодаря этому я часто о нем думаю. Я думаю, это хороший способ почтить его память. На нашем журнале про Warlord есть надпись «В память о Бэроне Мачете». Мы просто не знали, как это разместить на обложке альбома. Очень много было посвящено ему. Он был на протяжении всего этого опыта. Прошел через все это. Хорошее было время. Но этот альбом мы воспринимали всерьез. И если вернуться к этому, то это можно услышать во всех этих песнях. Мне они реально нравятся. Реально скрытые бенгеры. Fire, мы сделали этот трек в Новом Орлеане. Хувер в Швеции, как и некоторые другие. Я думаю, что одна из лучших вещей, это то, что Янглин уже сделал это, и это поддерживает меня стабильным. Я продолжаю работать, быть специалистом. Работать с теми же продюсерами. Другие продюсеры делали маленькие синглы, но в основном я был с Гудом, Вайт Армором и Шерманом. Это натуральный рост, строительство, но органичное. Я где-то читал, что ты работал на заводе. Да, я работал, но не очень долго. Что это был за завод? Мой друг там работал. Это была его обычная работа. Его звали Людвиг. И он работал на производстве шампуня. Его мама как-то помогла. И в тот момент я по-настоящему перегорел. Я типа старался и быть трезвым, но и юзал наркотики. Конфликтовал со всеми. Еще там работали Блейд, Вайт Армор, Шерман пару раз. Мы там немного работали. Не знаю, почему так вышло. Просто хотели позаработать денег. Там было прикольно просто собраться, послушать музыку. Но эта работа была не как постоянная. Мы просто там отвисали. Нажимали кнопки, делали шампунь.
Это не что-то серьезное. На самом деле у меня не было какой-то настоящей работы, если подумать. Всякие подработки, не больше. Я лично стажировался в одной галерее, когда бросил школу. У них были арты от метро Zoo. Я был в Бруклине. Пуш и Гуарт, оба арта. Вот почему я там хотел работать. И это была моя единственная работа. Да, люди нашего века всегда будут понимать такие мелкие вещи. Да, у него крутейшие работы. Если подумать, то мы оба стали работать, когда еще были подростками. Когда я встречаюсь с друзьями в Стокгольме, я всегда думаю, типа, мои же друзья не делают музыку, у них у всех есть своя работа, и они разговаривают о ней, и они реально работают, в то время как я вообще не работаю. И они говорят, типа, Лин, ты же работаешь 16, ты работаешь дольше нас всех, получается. Не, это дерьмо может тебя съесть. Да, это реально жертва. Многие люди не могут этого понять. Многие люди видят только хорошее, типа, ой, я хочу быть популярным, хочу фанатов. Но зачем тебе фанаты? Никто не хочет фанатов. Люди хотят делать музыку, делать искусство, делать фильмы, потому что им это нравится. А фанаты, деньги, машины и девочки — это просто бонус. Это не то, чего ты добиваешься. Если ты тянешься к этому, то обязательно добьешься. Продолжай. Иди и возьми это. Люди не понимают, как тяжело добиться всего этого. Твои шоу просто нечто. Спасибо, Кервин. Я хочу делать еще более круто. Как? Не знаю, я трачу все деньги, которые зарабатываю на шоу. Большинство на следующее шоу. Потом еще на сценическое производство. Многие люди тратят деньги просто так. Они вкладывают в себя, как ты. Да-да. Ты знаешь шведского артиста Авичи? Авичи так делал. Он пускал все деньги в его следующее шоу. Если подумать, то он все вкладывал, чтобы всем было интересно. И это реально видно. Не знаю, хочу, чтобы шоу выглядело как большой цирк. Лил Ричард, Дэвид Бауи, Майкл Джексон. Сейчас это суперзвезды, но раньше они просто выходили на сцену, как и все. Мне очень нравится их музыка. И я доведу все до совершенства, если у меня будет бюджет. Я хочу этого. Ради кого? Ради меня. Потому что я хочу этого. Потому что когда я был ребенком, я смотрел клипы Outkast, Missy Elliott, и я хотел жить в этом мире. Придумать все эти цвета. Если я могу доставить все это на сцену и смешать... Аудиопарни уснули. Соединить под шведским влиянием, типа деревья, лес и все такое. Они проснулись? Разве им нельзя спать? Нет, вообще нет. Я не за это плачу. Расслабься, бунтарь. Стараюсь. Red Bull? Спасибо. Это самый вкусный Red Bull. Угощайся. На вкус как манго? Круто. Это тропический Red Bull. Как тебе? Нравится. Хорошо, что у нас есть Red Bull. Red Bull должен заплатить нам за это. Ты часто их упоминаешь? Да не, мне он просто нравится. Круто. Умно. Тебе нравится галстук? Да, мне он очень нравится. Очень хорош. Мне твои шмотки тоже нравятся. Спасибо. Я просто хотел быть на твоей волне. У тебя получилось. У тебя хорошо получается. Смотрел какие-нибудь хорошие фильмы недавно?
нового Квентина Тарантино. Что думаешь? Мне понравилось. Первый раз типа, а второй раз, о, неплохо. Да, у меня так же. Вообще, многие фильмы хороши, когда ты от них не ожидаешь чего-то. Да, то же самое. Я думаю, так же у меня было, например, с «Омерзительной восьмеркой» и тем, что он делал раньше. Оно всегда переворачивается с ног на голову. Расскажи про свой коллапс Converse. Это было весело. Это все? Нахер Converse? Да, нахер Converse. Ну типа это было весело. Но сейчас я не хочу работать с таким большим брендом. Это был хороший коллаб, они дали нам делать то, что мы хотим. Мы были абсолютно свободны. Нам было приятно сотрудничать друг с другом. Ты построил целый мир вокруг своего творчества. Знаешь, многие люди просто видят твою музыку и такие: «Вау, эти видео как короткий фильм. Они очень очаровательны». Да, я согласен. Дело в том, что ты делаешь все сам или в узком кругу людей. Мы все делаем вместе. Мы делаем не так, потому что у нас нет ресурсов, а потому что так хотим. Не, не в этом дело. Это не типа, что кто-то должен что-либо делать. Сейчас примерно все так же, как раньше. Блейд делает мерч, эко, арты для альбомов и видео, и все такое. Это как маленький коллектив, мы поддерживаем друг друга. И когда появляется большой бренд, как Converse или подобные, то ты хочешь делать все на своих условиях. И это было весело, как я и думал. Мы взяли целый трейлер, нашли этого супермена-бодибилдера с голубыми волосами и маленькими крыльями. Рептилию. Мне понравилось. С какой компанией кроссовок ты хочешь поработать? Какой-нибудь комментарий? Я не хочу сейчас делать что-то такое. Реально. Мне нравится обувь. Нравятся Nike, Teams. Да, Adidas мне тоже нравится. Мне очень нравится. По тебе видно. А, я не специально. Я хочу забрать эту кассету. Чего хочешь? Кассету забрать хочу. Окей, утром тебе отдам, ночью не получится. А потом мы пойдем обедать. Но это потом уже, когда мы уже все снимем. Да, когда снимем костюмы и станем настоящими, снимем кожу, как ящерицы. Я просто хочу делать музыку. Если я делаю мерч, как Sad Boys Stockholm Beauty Group, то только на наших условиях. Кроссовки мы делаем. Что угодно мы делаем. Но больше всего я хочу быть режиссером. Вот что я хочу. И еще боксом заниматься. О, ты занимался боксом? Как это произошло? Это было с тем же чуваком с завода шампуней, Людвигом. Он привел меня в бокс. Мне нравится этот чувак, он сумасшедший. Всегда кидает меня в разное веселое дерьмо. Привет, Людвиг. Так вот, я занимался боксом 3-4 года. Просто было как хобби, как рисование. Просто чтобы чувствовать себя живым. Что насчет магазина Sad Boys? Я не знаю, мы хотели сделать один в Стокгольме, в Лондоне и Нью-Йорке. Сейчас ты работаешь над фильмом про Sad Boys? Да, скоро будет. Фильмы Sad Boys, постановки Sad Boys. Не, серьезно, вы же сейчас работаете над фильмом. Я не работаю над фильмом. Блейд не работает над фильмом? Блейд не работает над фильмом. Кто работает над фильмом? Вселенная? Не знаю. Ты же сказал, что работаешь над фильмом про Sad Boys.
Не, это будет документалка, это не я делаю, другие люди. Погоди, ты делаешь документалку на трек Skepty Zed Not Me? Не, он называется не Zed Not Me, он называется... It's Not Safe on the Block. Вот как называется документалка. Я делаю документальный фильм про Skepty. Когда выйдет? Скоро. Я хочу делать фильмы, но мне нужен бюджет. У меня есть идея на короткий фильм. Откуда у тебя бюджет на эти видео? Они очень классные. Я занимаю деньги и вкладываю их. Занимаешь деньги? Сколько тебе нужно? Я не знаю. 4 миллиона. У тебя есть? Прекрасно. Я дам тебе знать. После Skepty? Да, сразу после Skepty. Сколько время уже? Довольно поздно. Мы как на полуночном шоу. Да, это шоу после полуночи. Нам нужен перерыв, чтобы нам принесли пару коктейлей. У нас есть Red Bull. Можем его выпить. Моя любимая песня — это Wooden Girl. Хороший Red Bull. Расскажи про этот клип. Это был стоп-моушен? Выглядит очень круто. Да, это стоп-моушен. Я очень хочу делать больше такого. Те видео сделали Ханна и Расмус. Я уже сделал много видео с ними. Мы хотели с ними сделать что-то с пластилином или типа такого. Типа «Кошмары перед Рождеством» Тима Бёртона. Труп невесты и все такое. Было что-то еще такое из пластилина? Про Санта-Клауса, что ли? Там не очень много пластилина. Это клип, да? Это был очень хороший клип. Не как Нирвана или другие гранж-банды, но типа Alice in Chains. Да, это Тупак в пластилиновой анимации. Так, вернемся к Wooden Girl. Весь этот альбом был сделан мной и Tragic Valentine, чувак из Дании. И типа, знаешь, Дания, Копенгаген, гитара. Все типа такого. Это было странное время в моей жизни, но было круто. Ты исполнял эту песню вживую? Да, в Париже играли ее. На модной выставке. Было круто. Погоди, на модной выставке? Да, Эйтис, шведский бренд. Не знаю такого. Я сделал мейкап, у нас была трещотка и не было гитар. Мы просто играли на CDJs и сверху вокал. Здорово было. Мне нравится петь эту песню. Мне бы хотелось сделать целый тур с такими песнями. Но не знаю, время. Жизнь встает между этим. Но такое будет. Так вот, клип Wooden Girl — это микс идеи Ханна Расмус и моих. Они сделали все глиняные штуки. А я сделал лицо чувака из пластилина. Им понравилось. Мы сделали небольшой постер, и это была типа моя комната. Там были все фильмы, которые мне нравятся, и все такое. Я бы хотел сделать короткий фильм из пластилина. Было бы круто. Твоя любимая песня, которую ты сделал, «Афганистан»? Нет. Какая? Да много хороших. Red Bottom Sky, наверное. Но это по-простому, как если бы я сказал Боб Марли. Всем он нравится. Какой любимый трек у Lil B? Fucking Hoes Heads? Я помню только инструментал, там сэмпл. Типа Daft Punk. Я услышал этот микстейп Red Flame. Может, это был сэмпл из Hipster Girl? Не, вроде Daft Punk. Он много такого делал. Дай чекну. Это пятый iPhone? Да. Wake Up, Mr. Flowers. Классика.
Много годноты? That's on God. That's on God. All praise to the Most High. Вот, этот трек. Это сэмпл Daft Punk? Наверное, нет. Просто у меня в голове так было. Наверное, про Hipster Girl думал. Все, никаких телефонов. Подыграешь? Конечно. Я могу это слышать. Да, очень эмоционально. Я сейчас не могу, лучше завтра. Хорошая песня. На твоем айфоне хорошо звучит, не слушал так раньше. Как ты ее слушал? В наушниках, а потом очень долго не слушал. Я не шучу, мне очень нравится эта песня. Да, мне тоже, серьезно. Я постоянно забываю свои текста. Не представляю, сколько у тебя песен в голове. Я их очень много. Это так странно. Ты когда-нибудь забываешь вопросы на интервью? Да, постоянно. У тебя же нет сценария? Я видел твое интервью, точно нет. Да, в натуре. Не пользуйся этим. Мы оба очень устали сегодня. Да. Но в этом есть прикол. Точно. У нас тут все очень по-настоящему. Без подделки. Когда ты начинаешь притворяться, то ты облажался. Что ты делал самое безумное в твоей музыке, что не поймут люди? Да не знаю. Мне все равно, что подумают люди обо мне и моей музыке. У людей есть мнение обо всем. У меня есть мнение. Мне не нравится эта подушка, но мне очень нравится это кресло. Понимаешь? Некоторые люди говорят, я ненавижу Янг Лина, но мне нравится Джонатан Линдойер, и наоборот. Или просто ненавидят. Пока они любят и ненавидят, все в порядке. Если кто-то говорит, о, Кервин Фрост, я видел твое шоу, это окей, это среднее. Нахер это? Ничего не должно быть среднее или окей. Должно быть, или я люблю это дерьмо, или ненавижу это дерьмо. Все, что посередине, трата времени. Но это круто, когда твоя жизнь между тем и тем. Но когда это касается твоего мнения, это хрень. Да, потому что ты не вызываешь этих эмоций. Мне нравится слушать музыку в лифтах. Такой средний пианино. Мне это нужно, чтобы привести разум в порядок. Но если это артист, то нужно показывать свою персональность. Как Янг Тхак, Майкл Джексон. Это вызывает эмоции. Ты много слушаешь современной музыки? Мне кажется, нет. Да не, я слушаю много новой музыки, много рэпа разного. Кого? Я слушал недавно Френч Монтана. Он не такой известный. Какой-нибудь мировой, может? Окей. Бэби Плак из Атланты. Кеша Куан. Мне очень нравился Ти-Джей в начале. Мне нравятся Рико Нейсти, Лил Дюд, Гунно, Янг Ньюди. Это все на моем ютубе. Я и старую музыку там слушаю. Я слушаю больше старой музыки. Ну, знаешь, если мне нравится песня, то она мне просто нравится. Вон, тут Cry Me A River, Justin Timberlake, Chop Me Up, классика. Вот, это и это. Chop Me Up is good. Oh, is a classic.
У тебя там целый микс. Именно. Потому что мне нравятся эти песни. Мне тяжело застрять на одном каком-то исполнителе. Долго не было такого, что я нашел какого-то исполнителя и слушал только его. Я слушаю разные песни. Мне нравится много музыки, которая сейчас идет с Атланты. Кит, Лил Гадет. Что можешь сказать про то, что вы делаете с Карти? Зависит от Карти. Жду, пока он закончит, тогда и будет релиз. А то сниппет уже утек. Да, верняк. Это я его слил. Он позвал меня на видео на новый трек. Это будет прекрасно. Он идет до конца. Мне кажется, если он за что-то берется, то доводит это до конца. Он словно вампир. Он делает классную музыку, я счастлив за него. Вдохновляет. Мы подпитывались друг от друга энергией. Это помогло записать много треков. Карти крутой. Какую музыку ждать от тебя? Скоро выходит новый альбом, я еще не назвал его. Я думаю, он будет называться Stars или Spells, как одна из песен. Мы начали в прошлом году в феврале в Португалии. Я, Шерман, White Armor. Мы работали над этим. Это альбом Young Lean. Еще у меня есть альбом Джонатана Линдойера. Я работаю над всем сразу. Как ты управляешь со всеми личностями? Это по мне. Типа, если ты можешь делать это шоу, то ты можешь делать и другое, противоположное. Да, реально, согласен. Так что это не разные личности, это все одна. Типа в один день ты рисуешь зеленым, в другой день голубым. Если я делаю 20 песен Янг Лина, то у меня появляется другой настрой. Но потом я возвращаюсь и могу сделать еще больше и лучше. Оно подпитывает друг друга. Лин, спасибо, что пришел на мое шоу. Спасибо, чувак. Люблю тебя. Всем спасибо за просмотр. Оценивайте видео. Пишите в комментариях, какой вам больше всего понравился вопрос. И всем удачи!